Сейчас возвращаемся в зону боевых действий. Эмоции зашкаливают. Отвезли ребятам гуманитарную помощь. Нашим мобилизованным с Воронежа, с Нового Воронежа, с Анны, с Россоши, с Богучара. Большая благодарность нашим коллегам Ивану Воробьеву, депутату Богучарского, законодательного собрания Петру Черепанову. Сейчас есть большое понимание, что нам совместными усилиями нужно точечно помогать ребятам, что им нужно.